Добрый вечер, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать. Сегодня мы поговорим о развитии умений говорения на английском языке и подготовке контроля в 4, 9 и 11 классах. Если вы меня видите и слышите, потому что утром были проблемы, напишите, пожалуйста, из какого вы города. Я вижу с нами Оренбургскую область, Калининград, Новосибирск, Нижний Новгород, Татарстан, Владикавказ, Рязань. Если вы меня не видите, то попробуйте перезагрузить. Но на самом деле это не самое страшное. Главное, что презентация была. ХМАО, Лангепас, Башкортостан, Новгородская область, Оренбургская область, Тамбов, Екатеринбург, Волгоград, Намск, Братск, Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область, Красноярск, Ульяновск, Ознаково, Пермский край, Березники, Красноярск, Крым, Ноябрьск, Мещовск, Калужская область, Вологда, Барнаул, Магнитогорск, Ступино, Московская область, Благовещенск, Курская область, Брянск, Шолохово, БАМ, так, Ялта тоже с нами, Уфа, Алтайский край, Калининград, Карачейск, Малиновка и Москва. Хорошо, вот Самарская область тоже с нами, Троицк. Хорошо, что у нас хорошая связь, что нас сегодня достаточно много. Давайте поговорим. Я думаю, что встреча будет у нас сегодня очень интересной, судя по тому, как прошло все утро. Итак, давайте вспомним достаточно кратко. Вот Байкал шлет нам привет. О том, какие же цели обучения говорению в целом мы преследуем. Итак, выступать с подготовленным и неподготовленным сообщением, адекватно реагировать на реплики собеседника, инициировать общение, принимать в нем участие. Быстро и правильно ориентироваться в условиях общения. Вот это очень важное умение, когда нужно научить достаточно четко и понятно реагировать на реакции собеседника, ориентироваться в плане того, какую лексику использовать в данной ситуации общения, более научную или более разговорную, менее книжную или более книжную. Последовательно и логично строить высказывания в соответствии с замыслом. Вот с этим бывают даже трудности на родном языке, поскольку не всегда возможно в спонтанной речи построить логику, но стремиться к этому обязательно нужно. Находить адекватные языковые средства для высказывания. Использовать в высказывании аргументы, соответствующие коммуникативному намерению говорящего. Это то, что проверяется в экзаменах в 9 и 11 классе. Такое часто бывает, когда наши учащиеся, выполняя задание, не обращают внимания на то, что было задано, а делают как будто какое-то другое задание. Вот это не совсем верно. То есть, конечно же, нужно приучать их к тому, чтобы аргументы были по теме, а не то, что им там где-то что-то привиделось, вспомнилось или захотелось сказать. Излагать свои мысли с достаточной полнотой, да, чтобы речь была не косноязычной, да, нет, спасибо, ну и так далее. Примеров можно приводить много. Выражать свое отношение к предмету речи. А какие виды говорения, в принципе, у нас существуют? Это, конечно же, всем хорошо знакомая монологическая, диалогическая речь, и многим уже тоже очень хорошо знакомая полилогическая речь, да, когда участники общаются в группе. Почему я хочу об этом напомнить? Потому что хочу напомнить о самом главном, то, что в кодификаторе ЕГЭ присутствует требование умения полилогической речи. Поэтому в любой момент, я не знаю, в какой-то точнее момент, может такое случиться, что эти навыки могут потребоваться и на экзамене. Ну, в этом нет ничего страшного. Итак, составил я сегодня такую схему, я эту схему на самом деле хотел составить достаточно давно, но вот наконец-то она получилась. Что она показывает? Она показывает самое главное в обучении говорению, да? Вот самое главное направление в обучении говорению и
в подготовке к экзаменам. Итак, для того, чтобы подготовиться к экзаменам, нам нужно соединить две составляющие. Это развивать свободную иноязычную речь, что подразделяется на работу над ошибками, работу над расширением словарного запаса и социокультурных знаний. И с другой стороны, идет на развитие речи монологической, диалогической и полилогической. И с другой стороны, идет непосредственная подготовка к экзамену. То есть, когда мы вырабатываем непосредственно стратегию выполнения экзамена. Это что включает в себя? Тренировка и дальнейшее развитие навыков свободного общения и говорения и тренировка выполнения заданий формата итоговой аттестации. То есть, о чем говорит этот слайд? Исключая одно из этих направлений, мы не сможем подготовиться ни к экзаменам, ни развить навыки, соответственно, устной речи. То есть, если только в 10, 11, 9, 8 классах выполнять задания на говорение формата экзамена, то это не дает гарантии того, что на экзамене задание будет выполнено с достаточно высоким баллом. Почему? Потому что не будет реальной практики общения. С другой стороны, если развивать только навыки говорения и сказать, что ты и так готов к экзамену, тоже может случиться непоправимо и получиться достаточно низкие баллы. Почему? Потому что нет стратегии выполнения данного экзамена. Еще не переборолись со стрессом, потому что не каждому сразу привычно, когда его голос записывают. Поэтому предлагаю сначала записывать на аудио голос во время подготовки непосредственно к экзамену, а потом попробовать еще и записывать на видео, для того, чтобы создать усиленную ситуацию стрессовую, для того, чтобы на экзамене наши учащиеся чувствовали себя абсолютно спокойными. Итак, давайте... Вот я смотрю, мы сегодня такие активные, хорошо общаемся в чате. Давайте попробуем обсудить три популярных высказывания, которые бытуют в социальных сетях, в общении, бытуют везде и постоянно. Если вы за, то пишите почему, если вы против, также аргументируйте почему против. Итак, не против, точнее не согласны. Чем больше человек заучит наизусть, тем лучше он будет говорить. Вот напишите, пожалуйста, свою точку зрения по данному высказыванию. Если не согласны, напишите почему. Потому что это самое интересное в данном вопросе. Выскажите свою точку зрения. Нужно делать это осознанно. Вот пишет Анастасия, не согласна. А Алия пишет, да, запас словарный. То есть, что важен словарный запас. Нет реакции на собеседника, пишет Анастасия. Так. Тренировка памяти. Ну, что даст эта тренировка? Вот. Алексей Киреев пишет, не согласен, так как это зубрежка, нужно делать это с умом. Да. Не факт. Да, я не согласна, пишет, поскольку если заучить, то это не обязательно будет использовано в речи. От этого не будет толка, пишет Евгения. Не будет живым и естественным. А вот Галина Викторовна, наоборот, согласна. Так. Не согласна, шаблонная речь, а мы стремимся к спонтанной речи. Абсолютно верно. То есть, с одной стороны, конечно же, стоит учить новые слова. Но если мы будем все свои силы и время тратить на то, что вы должны к завтрашнему дню выучить 20 слов, то никакого прока не будет, потому что они не будут в активной лексике. Поскольку они будут просто выучены для того, чтобы отчитаться, что 20 слов выучены. Их нужно чаще использовать. Тогда они, конечно же, запомнятся. Вот, нужно научиться применять знания в конкретной ситуации, пишет Наталья, абсолютно верно. Вот, можно знать много слов, но не уметь составлять высказывания, применяя слова и фразы. Да, то есть они все максимум уйдут в пассивную лексику. Итак, еще одно популярное высказывание, которое хочу с вами обсудить,
Также пишем свое мнение по поводу данного высказывания, за или против, с аргументацией. Если попасть в языковую среду на неделю, то можно научиться свободно изъясняться на иностранном языке. Как вы думаете, что вы точнее думаете по данному популярному высказыванию? Так, вот Алексей пишет, это не так, за неделю ничему не научишься. На несколько месяцев нужно попасть. Это очень маленький срок. Вот Евгений пишет, очень мало времени. Так, не факт. Татьяна, для профессионала. Профессионалу уже не нужно свободно учиться, свободно изъясняться на иностранном языке. Вот, чаще всего это разговорная лексика, минимум языковых ситуаций. Да, абсолютно, кстати, методическая характеристика. Абсолютно согласен, Ольга Сергеевна. Вот, Елена Николаевна пишет. Возможно, понимание элементарных фраз и особенностей диалекта изучить, но не говорить. Угу. Лучше несколько лет. Нет, ну, через несколько лет, вы знаете, я видел, были у меня такие знакомые, абсолютно не способны в принципе к образованию. Переехали в Германию, через несколько лет немецкий был на очень-очень хорошем разговорном уровне, то есть даже человек поступил в вуз в Германии, просто потому что уже деваться было некуда, выучил язык. Так, Тамара Валентина пишет, это действительно возможно, но не всем. Мой знакомый, изучающий английский, заговорил по-немецки. Да, ну вот я, честно говоря, когда был в Германии, буквально 3-4 дня, по-немецки так и не заговорил. У меня подруга год жила в США, ничему не научилась. Да, то есть, как я это вижу, во всем случае, испытав на своем опыте, за неделю можно начать уже сразу думать какими-то простыми фразами. Да? То есть, они сразу приходят на ум в ситуации именно на языке. Можно даже несколько слов запомнить и употреблять на незнакомом для вас языке. Такой опыт у меня тоже был. Но не более того. А вот Елена Ильевна пишет, из личного опыта в настоящее время даже в Лондоне трудно встретить правильную английскую речь. Это относится и ко многим другим городам, поэтому правильно учиться говорить нельзя. Да, но это само собой, это понятно, поскольку сейчас действительно очень много идет давление со стороны диалектов. Но мы говорим, в принципе, об английском языке. Да, вот, но правильно ли заговоришь? Да, действительно, есть такой момент. И последнее популярное высказывание, надеюсь, также вы его активно прокомментируете. Педагог, носитель языка, быстрее научит говорить на иностранном языке. Это, пожалуй, самое популярное высказывание из всех, какие только можно встретить по поводу преподавания. Вот Юля пишет, нет, и еще раз нет. Так. А все-таки с какой-то аргументацией. Вот, не любой педагог научит не любого человека. Да, конечно. Тут-то и педагогу справиться бывает трудно. Так. Многие носители плохие педагоги. Не то, что они плохие педагоги, они чаще всего не имеют в принципе педагогического образования. Они просто носители языка, которые готовы поговорить на английском языке. При условии, что он владеет методикой преподавания родного языка. Я добавил родного языка как иностранного. Знать язык и учить диаметрально разные вещи. Да, конечно же, тут и это играет роль. Так. Не все носители согласны чужого языка в стране, не педагоги. Действительно, среди них есть преподаватели. Вот. Но очень важный момент, то, что действительно ему не понять мышление русскоговорящего человека. То есть, что для нас является сложным, что является крайне непривычным, а что в принципе понятно. Для них совершенно непонятно, почему у нас вызывают артикли такие сложности и такие проблемы. Потому что для них это естественно, привычно, никаких проблем не вызывает.
так, из-за отсутствия родной речи, только тогда быстрее. На самом деле, родная речь не сильно мешает при обучении иностранному языку. Я бы сказал, только тут есть один плюс, то что ученики будут понимать, что свою мысль они могут донести только на иностранном языке. Но минусов намного больше. Как мы решили с коллегами утром, было бы футуристично и очень приятно, если бы раз в месяц можно было проводить урок общения с иностранцем раз в месяц, либо раз в пару месяцев, но не более того. Тогда действительно от этого был бы толк. Все это нас приводит к тому, что нужно обучать говорению, что обучаем мы навыкам говорения достаточно правильно. Давайте посмотрим, собственно, как мы это делаем. Сразу скажу, что, вот Евгений пишет, я думаю, что педагог-носитель сможет помочь только преодолеть языковой барьер. Они делают акцент на грамматические конструкции. Да, для продвинутого уровня. Вот языковой барьер как раз, да, действительно можно помочь преодолеть, и то не всегда получается. Вот, барьер теряется, но это не значит, что кто-то говорит правильно. Нужно решить, что важнее. Нет, барьер потерять достаточно важно, это ведет к тому, чтобы говорить правильно, постепенно, поскольку получается со временем наш учащийся, который преодолел барьер, все больше практикует. И, собственно говоря, раз за разом наступая на грабли, в 21 раз ты на них не наступишь. Давайте посмотрим на то, как мы, собственно говоря, обучаем иностранному языку, развиваем различные виды устной речи. Сразу скажу, что не ставил примеры из начальной школы по очень простой причине, поскольку там, в принципе, нам с вами все понятно. То есть ситуации в начальной школе очень приближены к тем ситуациям, с которыми сталкиваются наши учащиеся. Фразы короткие, поэтому не отнимают очень много времени такое общение, поскольку им больше 5 фраз чаще всего не нужно сказать. Так, вот, я бы согласна была, чтобы лекции велись на языке, мы бы получились в практике. На самом деле, такие лекции время от времени проводит Алексей Васильевич Конобеев. Я, честно говоря, не берусь их проводить, поскольку придерживаюсь немножко другой позиции, что и так методика преподавания иностранного языка во многом сложна, и поэтому, чтобы все хорошо понять, стоит использовать родной язык. Но, тем не менее, такие лекции есть, они есть в видеозаписях. Алексей Васильевич время от времени дает такие вебинары. Итак, что же нам предлагается здесь на примере с happyenglish.ru для 5 класса? В третьем задании мы должны вот что выполнить. You must meet a stranger at the airport. How you are going to recognize him or her? Give you ideas. Чем привлекательно это упражнение? Тем, что, во-первых, его можно выполнять двумя способами. С одной стороны, можно развивать монологическую речь, рассказывая о том, как бы вы его встречали. С другой стороны, почему бы и не разыграть небольшую ролевую игру, когда один одноклассник встречает другого одноклассника или одноклассницу, которая играет роль незнакомого человека и иностранца. Что приятно, что действительно описана реальная жизненная ситуация, которая может случиться с каждым. Поэтому, конечно же, она вызовет интерес у учащихся. Использование реалистичных тем. Особенно это очень важно в старшей школе или ближе к старшей школе, там, с 8 класса, 7, когда какие-то темы могут абсолютно не заинтересовать наших учащихся, и они будут очень неохотно высказываться на тему данного задания. Я думаю, что вы время от времени такое могли наблюдать у своих учащихся, когда даже те ученики, которые спокойно и активно готовы поговорить на какую-то тему, на неинтересное задание реагируют крайне вяло и неохотно. Нам нужно, конечно же, чтобы задания вызывали интерес у учащихся, поэтому, конечно же, стоит использовать именно
те задания, которые приближены к реалиям общения. А если плохо видно, я сейчас стрелкой покажу, у вас примерно вот в этих краях под стрелкой должен быть значок с лупой, там где нарисован плюс, и вы можете увеличивать слайд самостоятельно для своего удобства. Итак, давайте посмотрим. В happyenglish.ru для 11 класса есть совершенно замечательное упражнение, где необходимо рассказать, что бы вы делали, если бы вы путешествовали по загранице с небольшим количеством денег, с небольшими, так сказать, ожиданиями в той или иной ситуации. Что бы вы делали? Пошли бы вы в отель, или вы бы искали бы какие-то альтернативные способы проезда и так далее. Очень интересная тема, на которую можно пообщаться со своими учащимися. В 11 классе, я думаю, они с удовольствием это обсудят, и, соответственно, будут развиваться навыки реального общения, то есть навыки говорения. Еще один интересный пример из учебника New Millennium English для 8 класса, где предлагается пообщаться в небольших группах, это уже будет, соответственно, прилогическое общение, и обсудить следующее утверждение, собственно сказать, за, против и аргументы. People are what they wear, clothes never tell the truth, the right choice of the clothes helps a lot. Вот такое упражнение очень хорошо поможет задействовать в общении весь класс, поскольку малые группы потом могут поделиться с остальными малыми группами своими утверждениями. Опять-таки помогает нам указанная здесь схема общения, да, по какому регламенту стоит общаться. Соответственно, я думаю, что будет достаточно хороший результат. Так. Вот, Ольга пишет, работаю в Китае учителем разговорного английского, выпускные классы, вместе с китаянкой. Она тоже учитель английского, она учит детей грамматики английского. Я не знаю китайского, поэтому у детей огромное желание говорить по-английски. А там немножко другая история. Я слушал выступление, немного общался с представителями образования из Китая, да, достаточно высокого уровня. Там совершенно другие мотивации учащихся, поэтому в какой-то степени немножко проще. В России, да, не будем кривить душой, где-то процентов 50-60 учеников либо слабо мотивированы, либо не мотивированы. И, конечно же, да, совершенно разные мотивации, Ирина Михайловна пишет абсолютно верно. Поэтому приходится прикладывать достаточно большие усилия для того, чтобы, собственно говоря, замотивировать учащихся. Тем более, вот вы видите, пишите, это международный класс. То есть для них, я думаю, что вы сейчас подтвердите это, английский язык является языком общения, собственно говоря, в своей группе. Если так, то напишите «да», если нет, значит «нет». Тогда, конечно же, у них будет... Если да, то, конечно же, у них будет мотивация изучать разговорный английский язык намного больше, поскольку им это дает возможность общаться друг с другом. Вот. Нашим некоторым детям вообще ничего не нужно, тем более английский. А, вот, нас нет. То есть они общаются между собой на китайском. Но, тем не менее, я могу сказать, что, скорее всего, у них мотивация, в принципе, выше. И совершенно другая мотивационная база. Опять-таки, это может быть из-за того, что вы очень хорошо их мотивируете, им очень интересно с вами общаться. Вот, это может быть заложено в ваш педагогический талант. Так. Да, вот с мотивацией нужно делать что-то делать определенно. Давайте интересные задания. На самом деле, я пришел к такому выводу, что когда даешь интересные задания, когда учащийся видит, что ваше общение с ними вам интересно, что вам интересно их мнение,
то они будут стараться изо всех сил его высказать, и высказать его в той форме, соответственно, на английском языке, чтобы вы восприняли ту информацию, которую они хотят до вас донести. Да. Итак, давайте посмотрим на следующий пример. Это пример из ReadUp для 10 класса. Очень хорошее упражнение, которое также можно использовать на уроках английского языка. Read some excerpts from the book reviews. Which of them do you mostly agree or disagree with? Очень интересное задание, поскольку тут даются, да, такие заголовки, либо выдержки, которые можно обсудить. В 10 классе обычно любое обсуждение проходит с интересом, живо. Во всяком случае, мой опыт говорит об этом. И чем интереснее задание, тем лучше оно будет проработано, тем больше вы увидите отдачи от ваших учащихся. Поэтому, конечно же, стоит использовать те упражнения, которые, как вам кажется, будут интересны в плане обсуждения или формы выполнения учащимся, особенно если мы говорим про говорение. Так. Учащиеся не хотят учить никакие предметы. Да, есть такие учащиеся. Но если вот в плане, если говорить об английском языке, как еще раз повторю, вот Грачева пишет то же самое, что когда учащиеся видят, что вы заинтересованы в том, что они скажут по той или иной проблеме, у них появляется мотивация общаться на иностранном языке. Чем интереснее ваши уроки, тем больше у них будет мотивация, в принципе, изучать иностранный язык. Хотя, я говорю, опять-таки, не буду кривить душой и скажу, что есть учащиеся, которых очень сложно замотивировать. Так. Так, Алексей, давайте, кто по каким ОМК не работает, обсуждать не будем. Для этого есть englishteachers.ru, где можно обсудить это. Давайте вернемся ближе к теме. Итак, при подготовке к устной части экзамена что необходимо? Необходимо обучать быстро реагировать на реплики экзаменатора-собеседника. Это очень важный момент, даже при том, что у нас в 9 и 11 классе нам нужно провести условный диалог, расспрос, все равно там требуется от нас достаточно быстрая реакция. Поэтому, конечно же, необходимо обучить реагировать на реплики быстро. Для этого нам помогают задания на развитие прилогической речи, поскольку непонятно, кто когда скажет. В принципе, тренировка общения в группе, конечно же, помогут справиться с этой задачей, чтобы не было вот этих слишком длинных пауз. Научить быстро переходить от реагирования на реплики собеседника к собственным высказываниям. Да, то есть, с одной стороны, бывает спокойно учащийся отвечать на вопрос собеседника, а сам поддержать инициативу, задать вопрос не может, либо это у него вызывает большие трудности. Научить беседе проявлять инициативу, перехватывать инициативу. Это тоже очень важный момент. Характерная ситуация на Всероссийской Олимпиаде, когда учащийся один поддерживает диалог слабо, другой готов поддержать диалог на достаточно высоком уровне, но не понимает, как ему перехватить инициативу и не дать снизить себе балл так же, как тому, кто общается с ним. Поэтому, конечно же, стоит учить перехватывать инициативу в различных ситуациях. Собственно, это мы часто делаем в жизни. Так. Научись справляться со стрессом при общении с собеседником на иностранном языке. Общение на иностранном языке в эмоциональной обстановке является источником сильного стресса, что отмечают экзаменуемые. Поэтому, конечно же, нужно создавать некоторые ситуации стресса, да, при подготовке, как я говорил, возможно включать аудиозапись, потом можно включать еще и видеозапись, для того, чтобы учащийся переборол вот этот момент стресса и понимал, что на экзамене даже чуточку проще, чем было во время подготовки. Тогда никаких проблем не будет, потому что, конечно же, перед экзаменом они в основном все очень сильно волнуются,
Им очень сильно, их очень сильно волнует регламент проведения экзамена, строгости, вопросы того, что здесь уже не посписываешь, как на уроках. Поэтому, конечно же, стоит к этому готовить учащихся. Не только какими-то напутственными словами, а реальным прохождением в какой-то стрессовой ситуации заданий экзамена. Благо, что поставив камеру, это уже будет большим стрессом. Я думаю, что вы со мной согласитесь. New Millennium English для 7 класса. Хорошее задание, которое помогает развить реакцию на реплики, ускорить процесс, собственно говоря, реакции. Нужно провести дебаты в классе. Тема такая: физическая культура должна ли быть ежедневным предметом? Что приятно и что облегчает, собственно говоря, общение учащихся и нашу с вами работу, это то, что есть регламент проведения данных дебатов. Это действительно очень сильно помогает. Еще один пример из happyenglish.ru для 9 класса, где нам с вами нужно поработать в группе, обсудить следующее. What do you think about success and fame? Are they a guarantee of happiness? Would you like to be famous? Report your conclusions to the class. Вот такие задания очень полезны. Это, опять-таки, дает возможность обсудить их в группе. Тема достаточно интересная, особенно в 9 классе, когда они задумываются о выборе своей будущей профессии. Когда они об этом думают достаточно еще облачно, я бы сказал, о профессии они думают еще в розовых облаках. Каждый, скорее всего, мечтает стать каким-нибудь звездой, миллионером, известным человеком с пухлыми карманами. Да, но, тем не менее, реальность немножко далека, поэтому стоит поговорить на тему данного упражнения. И данное упражнение вызовет у них интерес, и вам не нужно будет как-то прибодрять их для того, чтобы они обсудили данные интересные вопросы. Так. Еще один пример задания на дискуссии. Это из Business English for Young Adults. Очень интересный электронный учебник английского языка, курс делового английского. Что для 10-11 классов? Если группа сильная, можно использовать и в 9. Здесь предлагается посмотреть на картинку и ответить на вопросы. Что эти компании делают, большие они или маленькие, где они находятся. Хотелось ли бы вам работать в этих компаниях и почему? Да, то есть в данном случае и, пожалуйста, навыки аргументации будут развиваться, и есть возможность общаться в группе. Тема интересная, поэтому, конечно же, такие задания очень хорошо будут развивать навыки говорения и помогать подготовиться к итоговой аттестации. Вот Ольга пишет, действительно хороший учебник. Да, я тоже всем рекомендую. И этот электронный учебник, он недорогой, его очень легко скачать у нас, купив, скачать у нас englishteachers.ru и, соответственно, заниматься, либо брать какие-то определенные упражнения. Итак, еще одно интересное упражнение – это игра в сломанный телефон. Утром коллеги писали, что как раз только играли с учениками в сломанный телефон, и из 6 фраз только 2 дошли в неизменном виде. Что дает так данная игра? Проводить ее можно, ну, на определенном уровне сложности и уже практически с 4 класса и вплоть до конца, то есть до 11 класса. Во-первых, собственно говоря, что интересно, это то, что здесь задействуются очень интересные моменты. С одной стороны, чтобы правильно выполнить задание данной игры, нужно очень хорошо проанализировать ту информацию, которую донесли вам. И ее, собственно говоря,
проанализировать и суметь передать другому в неизменном виде. То есть, конечно же, здесь развивается умение, навык слушать, что тебе говорят. Это очень хороший навык. Здесь развивается умение объяснения чего-то, умение описания чего-либо. Поэтому, конечно же, данная игра будет полезной, будет быстрой, динамичной и работать на то, чтобы готовить наших учащихся к выпускному экзамену. Так. Какой может быть система упражнений для подготовки к общению на экзаменах? Это, конечно же, систематическое выполнение упражнений из учебника, направленных на монологическую, диалогическую и полилогическую речь. Это, конечно же, будет использование дополнительной литературы и ее возможностей, то есть расширение возможностей учебника, непосредственная подготовка в формате экзамена. Потому что, конечно же, выполняя все те замечательные упражнения, которые я показал, мы сможем развить хороший навык свободного общения. Но с другой стороны, даже если мы с вами с достаточно высоким знанием иностранного языка, кого-то даже очень высоким, так, сейчас отвечу на вопрос, захотим сдать какой-либо международный экзамен, то нам потребуется выработать для себя стратегию подготовки и стратегию выполнения заданий этого экзамена. Поэтому, конечно же, это важно. Так, вот Светлана Борисова пишет, с кем мы общаемся на экзамене? На экзамене, как я это говорю, иронично, мы общаемся с компьютером в 9 и 11 классе. Но данное общение предполагает условный диалог, расспрос, и, собственно говоря, либо мы отвечаем на вопросы, либо мы их задаем. Поэтому условно у нас собеседник есть, и к этому, собственно говоря, нужно готовиться. Надеюсь, ответил на этот вопрос. Плюс, опять-таки, в 4 классе есть контрольные, я сегодня их покажу, которые предполагают общение с учителем как собеседником и одновременно экзаменатором. Вот, собственно говоря, давайте посмотрим теперь уже на контроль, начиная с 4 класса. Я думаю, что у многих назревает внутришкольный контроль в конце года в 4 классе, поэтому, конечно же, нужно готовить и, с одной стороны, учащихся к этой контрольной итоговой работе, с другой стороны, иметь такую контрольную работу в наличии. И напишите, пожалуйста, такой вот хочу вам задать вопрос. У кого в 4 классе в этом году ученики будут сдавать внутришкольный итоговый контроль за курс 4 классов? Напишите, пожалуйста. Так, будут. Вот Лена только получила эту книгу по почте. Неизвестно. Не сообщали. Виктория пишет. Ольга Степанова еще неизвестна. Но неизвестно, это еще хуже, чем когда просто будет. Пока не сообщали. Разговор был, Ирина Михайловна пишет. Мы в прошлом году сдавали, использовал Кауфман и будем в этом. Угу. Еще не знаем. Так, скачала такую. Надо будет посмотреть и заблокировать эту пиратскую ссылку. Так, только русский, математика и окружающий мир. В ноябре, пока не знаем. Уже было и будет. То есть, ну, 50 на 50. Но в целом ВОЗ предполагает внутришкольный контроль. И вот, пожелание учителя. Но это пока что. Он предполагает внутришкольный контроль, и, конечно же, стоит воспользоваться готовыми контрольными работами. Я сегодня вам покажу три таких книги. Для так, но у меня вопрос. Если есть вопросы, то вы их постепенно задавайте. Я постараюсь на них ответить, если они по теме сегодняшнего вебинара. А если не по теме вебинара, то стоит задать их на englishteachers.ru. Стараюсь я и коллеги ответить там. Вот Борис Иванович пишет, мы используем в прошлом году очень эффективно. То есть, к
Почему я веду? К тому, что, конечно же, стоит готовить к возможности того, что такие контрольные работы будут проводиться. И если у вас в школе уже необходимо их провести в конце года, то использовать те контрольные работы, которые созданы авторами, поскольку действительно они проверены и отработаны. Итак, в четвертом классе у нас есть уже год как замечательная книга «Итоговая контрольная работа для четвертого класса» авторов Клары Сак, Номерьяна Юрьевны Кауфман, что для проверки знаний говорения предполагает, так, вот сразу скажу, Виктория, эта книга универсальна, поскольку создана по примерной программе. Можете использовать совершенно с любым учебником. В этом совершенно не будет никакой разницы. Так, вот, Надежда, ага, вы просто используете билеты к экзамену в четвертом классе. Все, я понял, видимо, с сайта ФИПИ, либо МЦКО. Итак, что предполагается авторами для проверки говорения? Два задания. Первое задание, если мелко, опять-таки предлагаю увеличить плюсиком на лупе. Расскажи, как ты проводишь выходной день. В твоем рассказе должно быть не менее 5 предложений. И дальше идут 5 пунктов плана. Расскажи, когда ты просыпаешься, что ты делаешь утром, что ты делаешь днем, что ты делаешь вечером, чего ты не делаешь в выходной день. Далее 20-е задание. Разыграй с одноклассником диалог. Узнай, любит ли он зиму, какая зимняя погода ему ей нравится и так далее. То есть, опять-таки, хорошее задание, которое проверяет монологическую и диалогическую речь. Сегодня я не показываю, поскольку мы показывали ранее. В данных контрольных работах есть еще и разработанная система оценивания, достаточно простая, понятная, по которой вы, собственно говоря, выводите оценку за тот или иной вид речевой деятельности, то что тоже упрощает работу нашу с вами. Так, вот каждый четверть проводим 4 контрольные, в том числе по говорению по такому же принципу. Вот можно использовать и задания и из данной книги. А также у нас вышла новинка, две новинки для подготовки, проведения контрольных работ и подготовки к ним в четвертом классе. Автором книги является Елена Николаевна Соловова и ее коллектив авторов, ее коллеги. В данном случае пример у нас из итоговой аттестации за курс в начальной школе «Базовый уровень» для 4 класса. И первым делом я хотел бы вам показать содержание. Такое же содержание будет в повышенном уровне. Пример из него тоже сегодня покажу. Здесь есть методические рекомендации. И нам это действительно очень важно. Рассказывается про структуру итоговой аттестации, предполагаемый формат проведения итоговой аттестации, проверяемые навыки и умения и схемы их оценивания. То есть там тоже предложена схема оценивания. Сегодня мы ее с вами увидим на примере повышенного уровня. Данные контрольные работы Елена Николаевна создавала в формате МЦКО, который очень стал популярен. Так, в четвертом классе что же нам предполагается выполнить? Во-первых, на что хочется обратить ваше внимание, поскольку здесь использованы иллюстрации и работа с фотографиями, то книга, конечно же, полноцветная. Так, про контроль в 9 и 11 классе мы тоже сегодня с вами поговорим. Но сначала давайте по порядку с 4. Итак, какие же задания здесь предлагается нам выполнить. Первое задание. Так, сейчас посмотрю. Да. Значит, первое задание, которое нам необходимо отработать, это ответить на вопрос экзаменатора. То есть вы задаете им вопросы. What subject do you study? What is your favorite subject? What was the first lesson yesterday? То есть простые вопросы, которые помогают проверить элементарные навыки диалогические речи. А дальше идет такое задание. Отгадай задуманную учителем картинку. К
Как делать? Внимательно рассмотри картинки, определи, что, чем они отличаются. Составь свои вопросы, которые помогут тебе определить загаданную учителем картинку. Используй следующие подсказки. Опять-таки проверяются навыки диалогического общения, но уже на более сложном уровне нужно подготовить вопросы и, собственно говоря, выяснить, какую картинку экзаменатор загадал. Следующее задание. Опиши картинку. Опять-таки есть для этого план. Кого ты видишь? Где находятся эти люди? Как они выглядят? Что еще ты видишь? Нравится ли тебе это изображение? Чем-то данное задание похоже на те, что предлагаются в 9-11 классах. Задание интересное. То есть навыки говорения можно очень хорошо проконтролировать, опять-таки, благодаря тому, что есть еще и методические рекомендации по оцениванию. Итак, еще одно интересное задание. Тоже нужно описать картинку. Картинка интересная по теме школьной жизни. То есть фотография на ту тему, которая им близка. Я думаю, что, возможно, такая контрольная работа, во всем случае, в части говорения будет для них интересной, а не в первую очередь утомительной. Итак, еще одна книга Елены Николаевны Солововой. Это итоговая аттестация за курс начальной школы, но уже повышенный уровень. Здесь у нас появляются сложности. Например, во втором задании, в первом задании нужно ответить на чуть более сложные вопросы. Давайте для сравнения увеличу, прочитаю. Например, What pets do you friends?